Доброе утро. Английский парк. Английский пруд. Восьмое ноября. Вчера я снимал в Александрии. И очень рад вашим добрым комментариям, друзья. Есть какая-то особая красота в такой позднеосенней погодке. Опавшей листвы. Пожелтевших трав. Легким туманом. Некой таинственной сумрачности. Идем из Старого Петергофа по Английскому парку в сторону Нового. Темный дубок, скинувший листву. Набережная Английского пруда, скамеечки. Чирикают птички, синички. Прогуливаются редкие прохожие. Пожелтевшая лиственница. Ива вдоль пруда.
скамеечка у воды. Тростник, островок, английский, пруд. Замечательно. Руина английского дворца. Памятником, с памятным камнем, что он был построен архитектором Кваренге в 18 веке и разрушен в войну. Ивы у пруда. Плавают уточки. Клякают. На той стороне виден туфовый мостик, который вел к березовому домику. Поставим зум-объектив, приблизим. Вон туфовый мостик, с руки снимаю, ну, увеличение, памятный камень на руине английского дворца. Вот. Отбалансировал. Туфовый мостик на той стороне пруда.
памятный обелиск на руине английского дворца. К руине я не пойду. Подход к ней сейчас мокренький. Вот. Хорошо. Мостик. Через пруд. Клякочка с селезнем. Деревья темные. Отражаются в воде. Островок. А за ним корпуса ТРК. Ракета. И часового завода. Выходим к бульвару разведчика Нового Петергофа. ТРК-ракета, башня с курантами, часовой завод. Бульвар разведчика с
цветочная клумба, убранная на зиму. Улетевшие деревья. Солнечный круг, небо вокруг. Мастеровой переулок. Идем к Ольгиному пруду. Бывшая военная школа имени императора Александра II. Училище Попова. И бюст. Самого Попова. Изобретателя радио. Как рассказывают, Попов был сильно увлечен спиритизмом. А тогда все это дело называлось магнетизмом. Считалось, что потусторонние всякие явления имеют электромагнитную природу. И Попов задался целью изобрести прибор для связи с духами, а изобрел радио. Вот такую историю я услышу как-то. Когда-то и я ходил здесь так, в детском садике, парочками. Выходим к
Самсоневскому каналу и Ольгинскому пруду. Ольгин павильон на острове. Самсоневский канал со слитой водой. Кто это там так газанул? И фонтанными трубами. Ольгин пруд и собор Петра и Павла. Здание бывшего полицейского управления МЧС. Камень, у которого Иван Петрович, воспоминания которого мы читали, в 1919 году дал обещание после кончины своего папы. Не заботиться о себе, пока братиков и сестер не поставит на ноги. Самсоневский канал, усыпанный осенней листвой. Тростник по берегу пруда. Ольгин остров, Царицын остров, петергофские дома 19 века.
Голицынский садик за домами. Ворота верхнего сада. И дом Трувеля с яблоневым садом. Ивы по берегу пруда. Вот как красиво. Замечательно. Уточки на пруду. Гостиница «Новый Петергоф». Собор Петра и Павла. Реставрировали купола, колоколинку и перешли к реставрации нижнего яруса. Ива раскинула ветви. Царицын остров с царицыным павильоном. Понтонный мостик между островами. Замечательно. Подписываемся, не забываем поставить пальчик вверх для улучшения статистики. Очень радуюсь комментариям. С удовольствием отвечаю на вопросы. И пока-пока. До новых встреч, друзья.
фонтан убирают на зиму. И фонтанчик. Но все это смотрится.